Я Хайо Гай, с вами Шимки, и мы продолжаем пройти игру под названием Секира. Я не знаю, с чем это связано. Короче, нагрузка 100%, потом она как бы падает. Там через промежуток 2 минуты именно падает нормально, до 80% со 100. Я не знаю, с чем это вообще связано. Попытаемся сейчас еще раз его убить. Как вы помните, вот эта вон херовина, которая там стоит, очень жесткая. Я не могу его убить никак. Как бы я ни хотел, я его убить не могу. Я не знаю, как сюрикенки работают. Нужно... Давайте посмотрим, как сюрикены работают. Использовать... Ага, все. Хорошо. Попытаюсь. Так, сначала пускай он нас потеряет. Так. Хорошо. Теперь нам нужно убежать в безопасное место, где он нас не опрокинет очень сильно. Вот как он меня споймал? Просто вы скажите, ну как он меня споймал? Ну да, конечно. Ну да, конечно, конечно. Всё, давай. Я не знаю. Я только знаю, как отнять у него сразу одну хпшку. Я просто знаю факт, что если верить геймплею, да, который я видел, то будет такая херь, что мне придется с ним драться, еще когда к ним будут на помощь прибегать самураи. Я что, тогда уже вообще нихера не сделаю. Короче, быстро все с этим что сделать. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Вот так, убегаем. Он загрится. Блин, я не знаю. Сложно. Сложно понять, как он вообще работает. То есть, я его атакую, но... Я не могу отскочить, он типа ко мне дальше тпхается. Я понимаю, что у него вообще сейчас... Я должен убивать... Две выносить ему вот эти ячейки. Но я ему одну даже снести не могу. А вы мне за две говорите. Все, здесь очень опасно, он меня просто выкинет, да и все. И считайте, я труп. Ай.
Вот, видите, он меня споймал, то есть. Как это происходит? Я же вернулся. Давай, давай, давай. А, пф. Хорошо. Давай, давай, давай. Если бы он меня не споймал, я бы, может, его даже убил. Смерть. Смерть, смерть, смерть. Сколько мне придется раз умереть? Жопа. Так, хорошо. Убегаем. Садимся. У меня скоро вторая воскрешалка восстанавливается, поэтому... Норм. Скорее всего, процент это помощь, имеется в виду. Это процент, который набирает мне со скоростью какой. Сейчас типа такой... что-то я его не вижу, где-то что-то он пропал. Ладно, пойду, наверное, я отсюда. Жалко, что я дальше не могу пойти из-за этого. Типа, игнорировать его и пойти дальше. Так, давай, чел, мы с тобой это уже проходили. О, у меня не 15 этих сюрикешек. Ё-моё. Осторожно, давайте тогда. Ай, вот это было опасно. Тихо, тихо, вставай. Ой-ой-ой, схватил, схватил, все, это смерть. Это за смерть. Ну ничего, он сейчас отойдет, он уйдет. Я восстану. Отхилюсь. Нет, тихо. Нет, 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 ну нет, пожалуйста, не убей. Фух, я еще живой, я еще живой. Ну, на меня сейчас на петух еще нападет, да? Изи! Бусинка. И лекарство Синоби плюс один уровень. Пассивный навык, усиливающий эффект лечебных предметов. Чтобы выжить, Синоби должен разбивать в медицинском виде. Невозможно сражаться, не получив ран. Изучив эту технику, можно лишь после многочисленных ранений в бою с сильными противниками. Аконесто. Мы это сделали. Отдохнуть. Жопа.
Так, два варика, что мы можем сделать? Ну, понятное дело, что я сначала этих грохну. Я замечу, что две разные воскрешалки. Почему я говорю две разные? Потому что одна выглядит по-другому, другая по-другому. Логично ведь. А давно ты ходил стоять? Давай, давай, тут никого, уходи. А что у тебя за листочек на жопе? Ой, короче. Вот это ждать, пока он захочет ко мне подойти, атаковать меня. Так, шар богатства. Не могу я пока что в храм. Тихо, это что? Оказалось, ладно. Трубка. Полуночник. Во. Бамбуковая трубка, через которую может разделить. Так, разглядите отдаленные объекты. У Синоби так и так хорошо зрение, но глядя через такую трубку одним глазом, Синоби может увидеть еще дальше. Полуночники, ниндзя, охраняющие это крыши, замки Асина. Зорко следят оттуда за неприятелями. Мало что уйдет от их взгляда. Так, глиняный осколок. Семечко тыквы, ништяк. Открыть. Не открывается с этой стороны. А с той, что стороны, типа, есть проход? Не верю. Так, тут дырка тоже есть, да? А, найс, второй сразу, да? Второй супер боец. Да нахер вы не сдались, приятель. Вы мне лучше скажите, как мне забраться наверх. Зараза. В принципе, можно с ним попытаться сразиться, но что-то мне кажется, это плохая идея. Просто жуткая. Но мы убили хотя бы того черта. А я сейчас шороху будет. Он тронул нас, а главное. Он тронул. Так, смотрите, сколько тут. Один. Два. Вон наверху еще один сидит. Это плохо. Меня не видно, я в тени. Меня не видно, я в тени. А, там там, да, все-таки еще один есть. Да, нужно, короче, все по-тихому сделать. Я понял, до свидания. Все, ты потерял меня.
потерял. Эй! Все, все, меня здесь нету, все. Так, отхилиться. Вы же не будете искать того, кого не видите, а, приятель? Молодцы. Я хочу лучший способ, как туда пройти. Я понимаю, что мне нужно с тем тоже сразиться сейчас. Куда он идет? Мне только нужно спуститься, а они его будут защищать. Чё, типа не заметили? Лол. Как так? Как они меня не заметили? Хм? Типа, о, тут трупы, ну ладно. Бывает, мы дальше там типа пойдем. А не, смотрите, все-таки смотрят куда-то. Ну а все равно сейчас меня потерять, я убью его. Когда он ко мне подойдет сюда. Давай, отворачивайся, я еще затем сейчас пойду, главным начальником вашим. Сука, если я сдохну, придется заново все это делать. Да, хорошо. Остался ты, приятель. Дам, да-дам. Та-дам, да-дам, 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 да-дам. А, мы с таким уже дрались. Ой. Так, а если я сбегу по причине мало хп? Сейчас я отхилюсь, подожди немножко. То есть это работает даже так. А ну-ка. А, у него, видите, хп восстановилось. Вот это вот и плохо. Что это? Что это было? Алло. А можно... А встать можно? А встать можно? Ой.
Я понимаю, что ты типа крутой. А. Я понял. Держу в курсе, приятель. Тихо. Я держу в курсе то, что... Что ты опасен, поэтому я валю. То, что у меня стамины нету. Ты крут, ты крут. Ой-ой, тихо. Тихо. Тихо, 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 стамина, 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 стамина. Тихо, тихо. Можно вас воскресить? Блин, что это было? Я думал, я уже труп. Еще один сна. Убил одного, сразу на тебе еще несколько штук. Найс. Круто. Что сказать? Мне нравится, классно. Давайте дальше так продолжать. Давайте дальше мне так продолжать убивать. Тихо. Ништячки позабираем. Ту-ту-ту. Да, блин, вы же меня даже не видите, алло. Можешь к храму пробежать. Так ты меня не видишь, алло, перестань бубнеть. Сука. Всё. Тарабанит он. Вы меня тоже не видите, кого вы атакуете, кого? А, то есть, вот так, да? Ладно, я тебя сейчас грохну, приятель. Минус. Мне этой глиняной посуды уже пипец. Так вы меня не видите, алло, как ты меня заметил, как я того убил? Или что? Да-да-да, я бегу, я самурай. Блять, аж бесит. Так, ну ладно, у меня еще есть две хилки, нужно того будет, блядь, как-то. Хотя, блин, я вначале с ним др... Серьезно? Окей. Держу в курсе, больше не показываемся. Держимся здесь. А там мост, да, закрыт. Ну хотя там тоже что-то есть. Да, он идет и посмотрит.
Я в траве, Алон, у меня не видно. Прекрати, а. Прекрати, бля. Будь любезен, прекрати. Там вон еще один входит в кустах. Ладно, поехали наверх. А, то есть ты там стоишь, смотришь, да, на меня? Молодец. Вожуха, приятель. Вожуха! Чё мне делать? Чё мне делать? Хотя, можно вот что сделать. Сейчас он подальше идет, я этого бац и скину. Сейчас тут на травку сходит. Я этого убью. Сейчас я быстро здесь пробегусь. С тебя не собрал, да? А не собрал. Сейчас тебя ударим разок. Или не ударим. Все, подумал, я трус, и я сбежал. Но это на самом деле такая была тактика у меня. Сейчас мы вот так сделаем. И он сейчас будет возвращаться обратно. А мы его сейчас мечом хья такие. Да? Хья? Чё ты стал? Ой, давай без вот это, я хочу туда пройти, алло. У тебя есть вон точка, где ты постоянно стоишь? Он меня бесит. Ну да, о чём я говорил. Я сбежать, все. Мне только понять, где он. Ага, все. Мне просто нужно понимать, по какой мне механике к нему подходить. По тактике, по механике. Ой, не-не-не, я понял, все. Ну что это за фигня, скажи мне, как ты меня атакуешь сразу? Вот это стойка опасна. Нет! Удар ногой, что это за удар ногой? А, тю, я понял, все.
Да, найс. Как же он бесит. Я понимаю, что мне что за него так и дадут. Не, на денег, да, я много трачу. Может мне с ним это, не драться, а пойти забрать то, что находится там? Тут посмотреть, что находится, да и все. Мне кажется, они меня все равно потеряют. Да. Так, объявление. Вернитесь, если вам дорога жизнь. Нельзя обезглавливать так безголову. Наши мечи и пики не дали результатов. Хорошо. Че я заюзаю эту нахера? Так, мне интересно, куда он ходит? Маршрут его нужно запомнить. Почему мне не работает вторая воскрешалка? А? Ой, тихо. Ой! Класс. А сколько мне... У меня только 3 дрожжей, все может быть? Сколько у меня всего дрожжей? А чё так мало? А чё так мало? Почему так мало дрожжей? У меня тут самурай бесит. Не, я понимаю, что у него может быть зернышко. Либо зернышко, а либо бусинки. Я хочу бусинки. Бусинки равно долгая жизнь. Вот он довольно сильный, именно как босс враг. Он довольно сильный, как враг. Давай, до свидания.
Опять дрожжи юзать. А как ты меня заметил? Ты ж не видел. Они же, надеюсь, не стреляют рандомно. Классно, то есть с какой-то стороны он знает, что я здесь, понимаете? Дебилизм. Тихо. Ой-ой-ой. Нет. На, зараза, на, получай. И ради чего это все делал, бусинки? Жопа. А здесь у нас что? Железо. Блин, а что интересно в той двери? Вот здесь вот. Открыть. Не открывать с этой стороны. Значит, где-то проход есть еще с другой стороны. Ну блин, мы теперь опять военачальника, но это даже не босс, понимаете? Это даже не боссы. Это как? Главноначальники сказать, вот так можно. Так, божественные конфетти. Конфетти из блас. Так, благословение, позволяющее изгнать призраков. Изготовление в ходе специальной церемонии с использованием почитаемых вот так. Первоисточника. Подобно тому, как боги благословили воду, первоисточника, так и эти конфеты благословляет того, на кого они так падают. Делая призрачных врагов уязвимы к атакам. О, это хорошо. Это может быть мне потом поможет когда-то. Так, еще у меня вопрос насчет той стороны. Так, ну вниз, я думаю, падать не стоит. Вот тут вот. Ага. То есть у меня есть все-таки спуск вниз еще. И куда мне идти? Я могу пойти сохраниться. Вариант. Могу пойти сюда, чтобы понять, что здесь.
А, я сюда все равно не попаду, я понял. Хотя... Да, мне туда не попасть. Кстати, а где тогда этот проход? О, кстати. А, с тебя использовать нельзя. Давайте я сбегаю на ту сторону. Посмотрю, точно ли там нету прохода нигде. Здесь нигде прохода нету. Печально. Печалька. О, новый уровень. Плюс левель. Да, туда. Походу никак не попасть. Даже поверху, да? Ладно, придется искать другой путь. Как видите, я мог бы с ним не драться, а просто убежать. То есть... Здесь уже был мой выбор, что мне с ним делать. Так, дрожи. Кто меня увидел? Воу! Это что такое? Ты откуда взялась? Слышь, ящерка. Что-то непонятное. Ладно. Фу, найден идол. Почему я не могу апнуться? Я видел там где-то можно улучшать именно свои эти показатели. А, вон вижу ящерку. Что, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.